А дзю, дзю. Дзю. Нет. Первое ц же. Дзю, да? Да. Я как-то вот, мне кажется, что у корейцев только три фамилии. Ким, там, Цой и что-то, и Пак. А вот эти чё? Дзю. Они все дзю, да, дети? Дзю, да, конечно. А жена в девичестве была, какая фамилия была? Аникина. Аникина, да? Понятно. Она уральская, да? Серовская. А Серовская, да? Ну Серов, да, это же родной домой город, да? Да. Mm. А вот вопрос, который меня занимает, насчет косички. Вот было заявление такое сделано давно, что пока есть косичка, есть занятие боксом. Что когда Константин из бокса уходит... Было такое. Был момент, когда мне очень хотел сделать аукцион правильный, продать ее. Вот за сколько, да, я думал, за сколько вот если, может если косичку? Если это правильно продаваться, так. Ну минимальная ставка это $1 миллион. Угу. Это минимальная, которую за минимум я не продам дешевле. Эти же деньги не пойдут для меня. Ну да, а куда они пойдут? Они пойдут на благотворительность обязательно. Так. Это деньги, поэтому это социальные... Угу. Это социальный проект, это социальная... Может вопрос. Замутить такую историю? Продажи, может быть, но косички. Я говорю, что это будет... Я думаю, что это первые люди нашей страны должны сделать это. Ну или вторые. Или вторые, да. Чтобы... Я серьезно хочу сделать свой центр для... Здесь, в России. Здесь, да? В России, в Москве, для того, чтобы поменять психологию, понимание бизнеса, что не все идет в бизнес. Именно бизнеса? Понимаете, я понимаю многих бизнесменов, которые делают спортивные комплексы. Так. И очень сложно создать социальную направленность, где дети будут тренироваться бесплатно. Mm-hmm. Потому что каждый приход любого ребенка стоит деньги. Ну да. И сделать систему, где и тебе хорошо, mm-hmm. как бизнесмену, mm-hmm. ты получаешь свою достаточную прибыль, да? И в то же время наши дети могли бы приходить в хорошие качественные залы, не mm-hmm. в какие-нибудь старые подвалы, да? Mm-hmm. А в хорошие залы и тренировались бесплатно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».